Сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к грядущему чемпионату Европы. Накануне подопечные Юрия Шевцова собрались на тренировочный кемп. На сбор коуч вызвал 20 игроков, однако пока не все присоединились к национальной команде. В ближайшее время из своих клубов должны приехать Юрий Лукьянчук и Вадим Гайдученко. Также есть и травмированные, но главком заверил, к этому были готовы. Помимо тренировок, нашу команду ждет товарищеский турнир Кубок четырех наций, который пройдет в Польше с 27 по 29 декабря. Кроме хозяев, белорусы сыграют с Объединенными Арабскими Эмиратами и вторым составом сборной Испании. Разумеется, задача на турнире – проверить свои силы перед чемпионатом, но цель победить тоже присутствует. Тем более, что соперники более чем по силам. Однако на Европе все будет сложнее. В нашей группе хорваты – это фаворит. Тут нечего даже говорить. Это опытная команда, довольно хорошие исполнители. Вот. Остальные две команды находятся в такой же стадии, как и мы, такой же стадии развития. Вот. Но если говорить в общем о всех трех командах, это балканский гандбол. Это довольно знаменитая школа, довольно школа с очень хорошими специалистами, которые растят хороших игроков. Это довольно сложно против них играть. В этом году чемпионат Европы впервые пройдет сразу в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции. Ранее за титул боролись 16 команд. В 2020 году число участников увеличится до 24 сборных. 7 января белорусы отправятся в австрийский Грац. Сам чемпионат продлится с 9 по 22 января.